Привет, дорогие зрители! У нас сегодня очередная посылочка за сайт AliExpress, их даже две. Здесь будет телефон мобильный Alcatel-ка 4000 Pro. Был этот телефон, как видите, уже на таможне, скорее всего, что из-за разницы веса. Что у нас здесь? 476. А заявлено у китайца 455, да, 20 грамм. 25 практически грамм у него там излишка оказалась. Вот же эти таможенники. Так, что у нас здесь? Ну, понятное дело, декларация, то, что вскрывалось, что внутри у нас. Давайте проверим все, чтобы было. Так, телефон одна штука. Вот сам непосредственно трек-номер. Ну и все, теперь главное смотрим, чтобы у нас был телефончик в наличии. Вот так вот он упакован еще в пупырчатую. Прикольно, спасибо большое продавцу за это. Так, все, больше у нас ничего нету. Ни подарков, ничего у нас больше не имеется. Ну, как обычно, как у меня уже была Alcatel-ка 4000 просто. Это прошка уже версия. Тут технические характеристики идут. Android 5.1, 16 на 2 гигабайта. 2G, 3G, батарея 4600 у него. Зарядка идет 5-вольтовая, а 1,5 ампера идет. Ну, дальше вот такие все характеристики вы видите. Так, вот такой вот он белого цвета. Так, идет уже с чехлом. Блин, ребята, как и тот, этот тоже реально такой тяжелый телефон. Вот такой вот пластиковый чехол идет. Отлично, спасибо большое продавцу за это. Вот такой вот пластиковый, силиконовый чехольчик у нас идет. Вот такая вот сзади у нас структура. Даже видите, как под кожу даже, можно сказать, вот такая вот структура у нас идет. Ребята, он белого цвета, он чуть у меня сейчас камера отдает синевой, не знаю почему, вроде бы баланс белого все правильно выставлен, но отдает синевой. Так, что у нас здесь? Наклеенная пленка защитная, да, у нас защитная пленочка. Сейчас мы ее снимем тоже. Опа! Так, и у нас здесь есть еще одна такая вот защитная пленочка. Не знаю, будет вам видно, не будет видно. Наверное, не будет видно. Так, что у нас по батарее? Батарея, как вы поняли, уже реально тяжелая идет. Так, сейчас мы ее вскроем все. Реально, это мужской телефон. Батареечка у нас заклеена. Не как бы, а таким именно фирменным скотчем заклеена. Сзади у нас присутствует IMEI-номера, два слота под симки, один под карту памяти, они вот один на одним находятся, такие два слота. Одна, я так понимаю, полноразмерная симка, вторая мини-симка, потому что так вот нарисованных, надо будет проверить, может, две и мини-симки. Окантовочка у нас идет вся металлическая, кнопка питания находится у нас с левой стороны, качелька громкости находится с правой стороны. Вверху USB, мини-джек 3.5, снизу у нас микрофон находится. С передней части мы видим датчик оповещения, приближения, динамик и саму камеру переднюю. Ну и три кнопки домой, назад и меню. Вот такие они не подсвечиваются, они просто тут у нас такие серебристого цвета. Так, батареечка. Батареечка заявлена производителем, что она будет 4600. Видим, он 4600 на 3,8 вольт. Моделька 4000 Pro. Все пока у нас сходится. Все отлично. Так, вот так вот это мы дело ставим. Вот еще динамик у нас тут присутствует. Давайте еще раз крышку покажу. Вот такая вот крышечка у нас. Вот видите, такая структура а-ля кожа, но это пластик. На задней части что мы видим? Камеру, вспышку, его же можно использовать как фонарик, динамики, надписи Alcatel и обозначения всякие. Так, все закрыли. А что у нас? Ну реально, блин, ну телефон, ну, грамм 200 весит. А сам по себе телефон довольно-таки тяжелый, но и скрипов я никаких люфтов не слышу, ничего. А вот тут у нас какая-то такая мини-царапинка, сейчас вот как бы его даже не придерешься никак. Потому что я даже на камеру плохо видно. О, вот так вот, видите, да? Вот здесь вот мини-микроцарапинка такая есть. Так, ну что, включаем сам аппарат.
завибрировал. Ну и проверим комплектацию, давайте, ребят, пока телефон включается. Так, вот вот, что стекло у нас здесь по ходу дела? Или нет? Нет, это... Ага, вот так вот оно открывается, не стекло, к сожалению. А, кабель USB. Наша зарядочка заявлена на 1,5 ампера. Да, на 1,5 ампера. 5 вольт. Так, вот так вот. Видно, да? Вот такая вот зарядочка у меня, похоже, есть от LG. И мануальчик. Мануальчик и гарантийный талон. Вот такой вот мануал. Ну, можно было бы уже в подарок положить, ребят, стекло. Ну, видите, блин. Пожалел продавец или завод, производитель стекло в комплектацию. Ну, за чехол реально спасибо, за такой силиконовый чехольчик, который я люблю. Огромнейшее спасибо продавцу. Так, ну, пока он сейчас у нас еще телефончик подгружается, можно так сказать, да, мы эту посылку скроем. Здесь на него же чехол. Я ее вскрывал, просто нужно было посмотреть, то ли там это. Так, то ли там это. Вот такой вот черный чехол. Чехол-книжка с окном. Тик-тик-тик. Оп, так вот мы его достали. И вот такой вот у нас чехольчик. Давайте пока быстренько примерим его. Вот так вот все у нас закрылось. Все село. Сейчас проверим, будет ли работать. Так, русский-русский. Куча языков. Так, сейчас русский-русский. Опа-па-па, русский был. Украинский тоже присутствует, кому интересно. Так, далее. Пропустить. Далее. Окей. Далее. Далее. Пропустить. Окей. Да, господи. Окей. А, да. Экран у нас не реагирует на закрывание чехла. Хотелось бы, чтобы реагировал. Но, к сожалению, он не реагирует. Так, ну вот, сейчас снимем чехол и продолжим дальше. Ну что, сняли мы чехол, продолжаем дальше. По настроечкам у нас, что мы видим, что мы видим о телефоне. 16 на 2, как я и говорил, моделька 4000 Pro. Так, вот сейчас мы вам приблизим, чтобы вы все увидели. Вот так вот, 16 на 2, K4000 Pro, 5 Android. Версия прошивки и все остальное у нас, то, что здесь присутствует. Ну, русский язык вы уже видите сам. Так, давайте теперь послушаем, как он звучит. Звучит ли он у нас вообще? Да, звук идет. Ну, как и та версия, обычная непрошка, тоже громкий. Так, камера теперь, камера. Так, где у нас? Вот она, наша камера. Что-нибудь сейчас поснимаем с вами вместе. Так, давайте 3 на 4 сделаем кадр. Так, это у нас фокусировка. О! Есть у нас кадр один, 3 на 4, 16 на 9 сейчас еще выставим. Как обычно, ребята, как обычно, все фотографии вы увидите в конце. Видео, прикрепленным к этому видео, можно так сказать. Так, ну, не скажу, что камера плохая, но не скажу, что хорошая. Обычно среднего качества камера, я же говорю, все снимки вы увидите, но довольно-таки хорошее качество получается, как для этого телефона, как по мне. Фотографии, ну и видео, так давайте. Сейчас мы видео с вами поставим хорошее. Ну и давайте поснимаем что-нибудь. Так, идет запись. Так, мы сфокусировались. Вот такая вот у нас идет запись этого телефона. Не знаю, будет ли вам видно или не видно, или слышно меня. Так что вот так вот, как у нас происходит фокусировочка. Фокусировка у нас происходит. Пытается произойти, но не происходит. Вот так вот она фокусируется у нас со вспышечкой. Ну и все. Так, ну что, посмотрели только что видео, я надеюсь, если оно запустилось. Ну что, смотрите дальше, что у нас будет. Тесты все, Antutu, бисмарки и все остальное. Так, по поводу засветов. Засветов как таковых я не вижу, чтобы были какие-то засветы, просветы и все остальное. Ну не знаю, ребята, увидите ли вы. Конечно, картинка, камера не передает ту картинку, которую сам аппарат показывает. Ну реально, аппарат намного зачетный, классный. Так, что у нас есть? Чего у нас нету? А, сейчас и мы проверим.
Так, не вижу. Ага, маркет есть у нас, присутствует. Отлично, надо только к интернету подключиться. Такая вот у нас звонилочка. Заодно и имейл. Ой. И имейл проверим. Все, у нас имейлы совпадают, я надеюсь. Смотрим, кому интересно. Так. Телефонная книга вот так вот выглядит. Стандартно для 5-го андроида, ребята. СМС вот так вот у нас выглядит. Так, что у нас по яркости? Давайте вот яркость уберем. О, вам так будет, наверное, чуть лучше видно. Даже чуть-чуть больше сделать. Вот так вот. Отблеск идет у меня. Дико извиняюсь за это. Браузер встроенный. Вот такой вот, но вы устанавливаете тот, который вам необходим. Так что, ребят, смотрите дальше видео. Antutu тест. Nanomark. Epic Citadel. GPS тест. Вот так вот у нас снимает задняя камера Alcatel-K 4000 Pro. Видим. Думаю, да? Такая у нас несолнечная погода сейчас. Автовокзал наш одесский.
Все видно. Ну что, вот так вот снимает передняя камера Alcatel 4000 Pro. Так что, ребят, пишите свое мнение, как она снимает, как сам аппарат. Так что вот такое вот у нас было сегодня с вами видео. С вами был Вадим. Удачи всем. Пока-пока. Не забываем про лайки.